Вот что касается именно киберпоп. И тут еще вот, чтобы не уходить от темы, тут еще были подобные вопросы. Вот, здравствуйте, киберпоп. Андрей, вы прикалываетесь. Я просто не знаю, что можно спросить у синтетического попа. Да и что мне может ответить кибердуховник? Вы хоть это не извращайте. А впрочем, не мне вас наставлять. Можно у вас спросить, а патриарх у киберпопов какой? Тоже виртуальный? Да нет, вполне реальный святейший патриарх московский всея Руси Кирилл. Это мой патриарх. Я принадлежу Русской Православной Церкви Московского Патриархата, священник. А ник? Ну это ник, это интернетовский ник просто. И что касается вот там, нравится, не нравится, вот знаете, я не обязан всем нравиться. Если я вам не нравлюсь, просто пройдите мимо. Просто пройдите мимо, не обращайте на меня внимания, и все. Не хотите у меня ничего спрашивать, не доверяете? Да Бога ради. Много других священников, хороших, прекрасных, к которым можно обратиться. Я здесь же не одинокий. Вот. Поэтому какие проблемы? Никаких проблем не вижу. Если хотите мое мнение узнать, спросите у меня. Не хотите? Не спрашивайте. Так, и тут еще один был...